И, ёпчика, ребята, всем привет, как всегда, я Градус, и сегодня со мной мой дружище Райм. Всем привет! Собственно, владелец сервера, на котором мы играем, и Газар Артурчик. Всем привет! И наши подписчики! И множество наших подписчиков, с которыми мы будем сегодня сражаться, пожалуйста. Я надеюсь, что они не объединятся все против меня разом, как обычно они любят это делать. Так, смотри, Градус, мы, значит, тимиться, я так сразу понимаю, не будем. Постараемся не тимиться, у нас из 36 возможных игроков сейчас играет 31, и... Страстей будет большой, при том, что мы с тобой очень сонные. Ладно, я уже взбодрился, по крайней мере. Я еще нет, я просто делаю вид, что я не хочу спать. Я очень хочу спать. Я буду с этого угорать всю игру. Ничего. Если бы я был с вебкой, ты бы видел, с каким покерфейсом я сейчас сижу. Я представляю, какие у тебя синяки. Мы с Раймом уже, наверное, не досыпаем пару дней. Ядрит, неплохое начало. У меня 4 алмаза сразу. Нормально, но главное это железо. Броня, все. Ой, хорошо, прям как приятно. Если хочешь заработать без особо... Слабого труда. Заходи на Эндерленд и играй с друзьями, брат. Блин, я говорю, нам нужно начать песни сочинять веселые. О, еще 4 алмаза. Газар, как твои дела? Мои дела продвигаются ужасно. Ой, у меня самые ужасные ресурсы. Ну, это база, база. Для кого-то база. У меня нет еще ведра. У меня есть 8 алмазов, но у меня еще нету ведра, чтобы подниматься наверх. А многие уже поднимаются. Блин, у меня тоже. Подниматься наверх? Ну, конечно. Да, нужно ведро. Ой. Так. У меня сорвалось. Ну, ничего, у меня есть динамит. У меня полно всяких ништяков. У меня вроде и броня вырисовывается. Я могу уже себе даже что-нибудь алмазное сделать. Так, и опа, сюда, 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 сюда. Дерево, дерево. Ой, так, нет, мне. О, лук могу сделать себе. Мне очень, пожалуйста, ведро. Или хотя бы немного железа, чтобы я смог его скрафтить. Осталось 1,5 минуты. Пока что ребята не очень высоко строятся. Как бы, кажется, шансы еще есть простроиться наверх. А я никого из вас не вижу. А я смотрю, у всех броня железка, а у маска, у меня кожаная броня. На. Так, давай, рыбка большая, маленькая. Аж защита, один алмазный шлем, стрелы. О, нормально, нормально. У меня говно падает. Это хорошо. Ой, нет, это плохо. Да. Я хочу с тобой дружить, Райм, не хочу с тобой драться. Да. Еще. Кстати, нормально клюет. Немало у меня так сундуков. О, 8 фейерверков. Ну, у меня почти фул железка. У меня фул броня. Фул железка? Ну, почти. Но у меня нету железа. О, а что, границы уже снимаются? 30 секунд. Хорошо, пожалуйста, пожелайте мне удачи. Ко мне уже строятся! Так, надо делать лук. Так, я сейчас вылавливаю сундук и делаю лук. Время поджимает, пацаны. Лук есть. Хорошо. Если что, буду отстреливаться. Ой. Опа! Так, в меня сразу стреляют. Классно! Я тоже сразу стреляю. Скинул чувака. Все. Так, надо... Строится наверх, ничего уже не остается. Придется делать базу и улавливать сундук. Ко мне кто-то уже плывет. Ко мне кто-то уже плывет. На, получай. Получай. Чувак с резубцем. На. Блин, мне еще до сих пор нет ни одного железного слитка. Ко мне все плывут, дед! Так, двое уже. А! Нет, отстань от меня! Хорошо, этого прибили. Так, мне нужно еще рыбачить. А, ребятки, а мы тим? Нет. Мы можем максимум не мешать друг другу, пожалеть, как бы, но... Ну, как бы, да. Но тимиться нельзя, это запрещено. Хорошо. Так, иди сюда. Бить меня захотел. У меня уже стреляют из лука, да ну? Блин, он уже отрегенерировал здоровье. Ладно. Кто-то ко мне плывет. Ко мне приплыли, да ё-моё. На. Так, динамит, в бой. Так. Все. А! Я зафакапил, блин! Что случилось? Я себя чуть подорвал немножко. Чел тоже себя подорвал! Блин! Не дает. А, вот что бывает, когда нету какого-то ведра. На, короче, ой, кто у меня стреляет? Беги. Меня стреляют? У меня вообще шансы плохие. Ладно, придется мне тактику отшельника брать и нырять под воду. Таким образом, я постараюсь порыбачить под водой. Нет, меня убили! Да как? Да блин, ну, ПВП, дурак. Ну а что ж... Ну вот так вот. Так, слежу, ладно, за вами. Там так. Чувак на лугу строится. О, защита, кстати, прочность. Тут я сундуки чужие сейчас буду лутать. А ты где? Так, ты внизу? А! Кто? Нет. Нынить. Блин, нет, все, нам трындец, ребятки, мне трындец. О, я вижу тебя, Градус. Уплывай. Все, он отстал от тебя. Надолго ли? У меня мало хп. Нет, пожалуйста. Это я. Это ты? Да. Блин, черт. Только что прилетел сюда. Так. Не души меня, дружище. У него есть селитры. Серьезно? У кого? Да. У Газара? У Газара. Можно спереть. Газарчик.
Так. Ладно, я. Газара, у тебя есть динамит. Я не хочу. Я не хочу с собой газар ссориться. Мне не нужны литры. Мне нужно просто жить. Пожалуйста, не убивай. Я еле сбежал. Уйди. Давай так, обмен. Вот тебе фейерверки. Меня не трогай. А я тебе щит. Не, у меня есть щит, спасибо. Все, уходи, это мой теперь остров. Я его купил. Так. Я купил остров за 2 фейерверка в Майнкрафте. Да. О. За 8. Так, верстак, нужен верстак. Сказали не тимиться в итоге. Газар, ты куда? Так, нужно топор себе сделать. А из чего делать топор? У меня даже камня нету. Тушеный кролик, сюда! А как тут можно отхилиться помимо еды? Только едой. Зельями, яблоками. Зелья здесь редко падают. Надеюсь, ко мне никто сейчас не строит. О, так, кстати, реально, зачем тебе теперь железо, если у тебя есть вот эта штука? А, почему мой скелет... Что? Меня убили. Я вижу, как там внизу драка просто происходит. А как тебя убили? А я не знаю, я поставил скелет, и я умер как-то. Видимо, он тебя убил. А написано, убил меня игрок. Блин, да дайте мне ведро! Зачем тебе ведро? У тебя все есть источник. Да я не высоко! Мне нужно занять высоту! Ко-ко-ко! Высоко! 2 сундука у меня, оказывается, есть. Ты с этим набором предметов в целом можешь уже выживать. Могу. Опа, зомби-криперы. Проблема только, если я наверху буду, и если мне чуть-чуть не повезет, и у меня быстро ресурсы закончатся во время стройки, то все, пиши пропало. Ой. А-а-а! Кто? Откуда? Не скажу. Я вижу. Так. Не попал. Да я-то понял. Блин, начать к нему строиться, что ли? Ну, такая себе идея. Динамитом забрасывать. Где я? Кто я? Я так просто не сдамся. Черт, меня зажимают. Начинается прессинг. Где? Кто? Где он? Он внизу? Так, я не вижу. Наверху? Да я нет. Кто где? Градус сзади! Иди нахрен. Не ори больше так. Так. Да ё-моё. Приходится теперь переворачиваться от всех. Но, кстати, люди сверху тебя тоже прессуют потихоньку. Ведра вообще нет. Опа, еще 4 алмаза. Защита 1. Сделал алмазное ведро. Да. А тем временем 9 игроков осталось. Серьезно? Немного. Илья! Ладно, я не буду ничего говорить. Это нечестно будет. Я буду молчать. Ага. Чел так долго строился. А, что? Мне показалось, если сверху кто-то прыгнул? Надо молчать, вот если что? Я буду говорить... Как он телепортировался? Блин. Ну и что? Кто кого? Да меня кого еще? Вы такие пвпшеры, что? Да тут даже не в том дело, кто пвпшер, кто нет. У меня просто банально нету этого топора. Так сделал бы. У меня нечего. Алмазов у тебя миллиард. А, кстати, точно алмазов же теперь есть. Так. Динамит. Тут еще игрок. Блин, я застрял! А, они дерутся, все. Опа, блин. Не туда. Все, до свидания, ребятки. Барьер не поджимает еще? Все, ребята, вы кто куда, а я сваливаю. Ну, они друг на друга пока стравились. Ну и хорошо. А я пока что молодой, красивый и успешный пошел наверх. За тобой столько стоек летает, это жесть. Так. Сказал Райм про красивые подсъемки. Да. Да нормально. А у меня что-то пробел перестает работать в один момент. У меня что, пробел сломался? Кайф. Такой ответственный момент. Так, ладно. Пока неплохо справляемся. 8 игроков осталось. Я еще жив. Это уже хорошо. Это уже успех. Кто не согласен, тому... Да ё-моё, что с пробелом? Через раз работать. Вернуться обратно к себе надо. Я так и знал. Блин, почему же ты мне газарчик не отдал-то свой прекрасный элитры свой? А что ты упал? Ты просто упал? Нет, меня столкнули. А. Так. И против кого? Зомби. Да, тут много зомби. У меня как бы криперы есть. Ой-ой-ой. Все, кажется. Нет. За мной еще плывут. Тут 3 человека за тобой охотятся. У меня где-то была лодка. Где-то была. Да ё-моё. Так, хопа. Лодка. Ее нет в инвентаре. Скрафти вон верстак. Сейчас плыву к нему. И лодка. Плыву справа. К нему. Так, это мой столб, с которого все начиналось. Так.
Так, 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 так. У меня нет времени на болтовню просто, пацаны. Да, понятное дело, я представляю. Что? Чел сломал сзади. Одно хп, одно хп. Беги. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это погоня. И нету ведра, которое бы лишило сейчас столько... Манси как можешь просто. Ханта-Мансийск. Куда мне плыть? Куда мне плыть? Просто уплывай куда-нибудь. Да я не знаю, здесь нет мест. Чувак наверху, там остальные тоже наверху, у меня одно хп. Кто бы что ни сделал, я сейчас помру, я сейчас помру. Нет, нет, а мне нечем даже перебираться. У тебя есть еда? У меня есть еда, но у меня нет времени ее есть. У тебя нету времени и вправду. О, как? Ой-ой-ой. Все, я закончился, ребята. Нет, нет, я верю. Нет. Тебе не верю, ладно. Я не занял высоту. Ведро не выпало. Сразу ко второму раунду. Ну что ж, мы на втором раунде. Погнали. Надеюсь, в этот раз мне чуть-чуть больше повезет с ведрами. Да, так что я сразу начинаю рыбачить. Нитрого уже радостный такой, что будет сражаться против меня. Ням. А я такой стою и думаю, господи, наверное, что? На меня сейчас будет охота объявлена. Что? Господи, да там чел просто бегает по барьеру, я испугался. Так, и первый сундучок на подходе. А, опа. Что тебе выпало там? Ресурсы. Очень крутые ресурсы. А, золото ли в ведре? Это бинго, это бинго. Знаете, кто мне выпал? Странный еще торговец. Ну это фигня. Это фигня, откровенно говоря. Так, у меня есть трезубец, наковальня, это все. У меня есть ресурсы, но пока что недостаточно. Недостаточно, я считаю. Есть дерево, хорошо, дерево это хорошо. Вот сюда бы вот, яйцо призыва гаста какого-нибудь. Вот вообще, это имба. Имба, вот это имба, реально, это чисто... подпортить всем жизнь, ну было ж такое. Да, и в себе в том числе. Да, да, но все равно, это ж ты тогда устроил одну. Да, да, да. Ой, было время, тут такие игры происходят порой. Какой-то вялый сундук. Да блин, блин, да ладно, да ну дайте мне железо. У меня уже есть сразу с первого сундука аксолотль. Железный меч. Кто-то уже строится, нет? Опа. Ну, кто-то еще уже, да. Так, есть аксолотль, есть паутина, шерсти, очень много. Железо, динамит. У тебя аксолотль это сундук, есть? Это сундук счастья просто. Я этого аксолотля, короче, сейчас быстренько выливаю. Нет. Аксолотль, прости. Мне нужна только вода. И let's go, наверх строится. Быстрее, 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 быстрее. Все есть. Паутина есть, сделаю лук. Динамит есть, все есть. Так, let's go, let's go, let's go, let's go. Аксолотль теперь плавает. Если кто его увидит, это мой. Так. О, ведро лавы. Мне нужно... Сюда. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, в центр двигаемся. На, я далеко от центра, я на краю. Но ничего, ничего, так, ничего. А... Так, нет, так, 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 так. Там уже чувак до луны достроился. Ну или до солнца. Ничего, здесь 300, сколько? 200 с чем-то блоков максимально можно подняться. Я сделаю себе сейчас щит. Лук, динамит, наковальни. Это все отлично, это все забираем. Сейчас мы и паутину разбираем на нитки. Быстренько. А давай, короче, давай челлендж. Пройти этот рафт без удочки. Само на следующий начало... ролик. Ну, а кстати, это хорошие челленджи для этого всего. Потому что это можно устроить? Можно, можно. Можно просто ходить, лузать чужие сундуки. Да? А чё? Ребят, можете написать, попробовать свои челленджи? Мы все равно думаем, как разнообразить рафт. Так, через 10 секунд барьер снимается. Я даже не самым высоко нахожусь. Один единственный конкурент у меня. Пока он из меня, на меня в лук, с лука не стреляет. Хорошо. Люди на меня смотрят, как я строюсь далеко. Как на кусочек мяска. Нет. Да-да-да. Так, вижу чувака, он там что-то строит. Нет, он не строит, он крафтит. Так, и у меня почти закончились уже места в инвентаре. Блин, я не попадаю по челу. Ой, у меня вообще рядом чел оказывается. Надо быстренько сейчас лука его. А у меня стрелы есть? Так, стрелы у меня есть. О, я не скрафтил лук. Так, ладно, надо выше. Я так хорошо могу сейчас его скинуть. Так, нельзя упустить эту возможность. На! Блин, промазал. На! Есть! Это ты был? Нет. Я сдох! Это ты? Нет, нет, я другого чувака скинул. Так. Я Этот чел очень далеко. Так, ладно. Подожди, мне интересно, это ты был или не ты? Нет, это не я был. Тебя уже скинули в момент, когда ты начал орать. Ну да. Так, а я только вот недавно. Так, 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 так. Сейчас я тебя найду. Я на самом верху. Там меня найти нетрудно. Так. Ко мне никто не строится? Ладно, это был не ты. А все, не скажу.
Пока игра нормально идет. Из 16 человек сейчас 14. То есть ты первый сдох. Пипец. Райан, ты случайно не специально это сделал? Да, специально. Строился наверх, меня выстрелили, и я упал. Еще одно ведро. Вниз. У меня так все идеально было. У меня были и динамит, и лук, и стрелы, и железо, и ведро, и все на свете. Элитр не хватало. Топор нужно делать, топор нужно делать. Ну, элитры это чисто спасение. Вот залог успеха на рафте это железо, элитры и все. В целом. В целом, да. Ну, а это очень редкий набор. Очень редкий. Ну, и фейерверки. И динамит. Да, или мобов, которые просто будут спавниться. Да. Там уже не столь важно. Где Газар? Хочу найти Газара. А я тут рыбку ловлю. Ты наверху? Ну, как сказать, 144-я высота. У меня 250-я. Ко мне строятся уже. У меня две стрелы и три зубец. Ага, вон вижу Газара. Блин, не идет у меня рыбалка. Надо дальше строиться, ребята, надо дальше строиться. Погнали, let's go. Так, еда. Напомните мне самую максимальную высоту здесь. 256, наверное. Сейчас узнаем. 256. Газар, рыба не ловится. Я тебе хочу так сказать, то что ты на краю карты, и барьер скоро будет сужаться. Я перемещусь быстренько. Элитры. О, все. Да что тебе так везет? Че ему везет? Мне ни разу на рафте еще элитры не выпадали. Я сколько не играю, ни разу. А мне все время, когда они выпадают, я разбиваюсь. А я впервые играю. Отлично ловится древесина градус. Ой. О, чел лаву разлил. Я в самый центр двигаюсь. Ой-ой-ой, кто-то ко мне строится. Так, сейчас будет жесткое ПВП. Или я умру? Ребята, ко мне реально строятся. О, холера. Ты где? Я на самой высоте. Газа. О! Лютая ПВП. Всё, скинул. Теперь это твой дом, кстати. Можешь наверх строиться? Могу, но он сейчас... Смотрите, ребят, смотрите. Опа, пока. Бубух. Нет? Блин. Тогда может быть удочка. Кайф. Так, ты молодец. Топленников. Опа! Туда его! Все, я убил у чела. У него алмазный зачарованный меч, что? Вы видели, что я сейчас сделал? Чего вы не смотрели? А я смотрю за битвой Газара. Ну да ладно. Нет блоков. Чем строится? Да чем угодно. Газар, единственное, что хочу сказать, я тебе не буду подсказывать вообще. Вовремя ты увидел это. Че он ко мне строится? Ты себя забетонируешь. Лучше улетай отсюда. Ой, там по чуваку стреляют, пока он стреляет по мне. А, меня барьер поджимает. Так, трезубец. Градус, вот этот момент с Газаром нужно точно вставить. Хорошо, но у меня своя тут интрига, ребят. Причем лютая. Я вижу. Он на самом верху. Выше нельзя. Так, ладно, можно сделать вот так вот. Нужно сделать... О! Фух. Нет! Блин! Все. Газар умер, градус упал. Что же делать? Тихо, у меня тут драка намечается. Драка намечается. Есть, сюда. Сейчас я убью чувачка. Это реально мини-режим можно назвать царь горы. Я убил его? Где он? А, это баг. Я убил! О, моя вода уже почти долилась. Так, погнали. На обратно тон, наверх. Тон. На вершина липа! Кто? Кто? Иди. Кто этот говнюк? Меня убил! Вон они! Как? А, вот он с зачарованным мечом алмазным. Ну что ж, всем спасибо за участие. Спасибо моим компаньонам, которые такие же нубы, как и я, Райм и Газар. Всем привет! Что ж, удачи, ребята. Всем пока. Приятного аппетита, пока.